Здравствуйте, дорогие телезрители! Снова с вами Октябрина Листопад, и мы ведем трансляцию из детского сада «Колокольчик». Название последнего осеннего месяца, ноябрь, происходит от латинского слова «novem», то есть «девятый». В римском календаре он являлся таковым по счету, так как год начинался с марта, а не с января. На Руси его называли «груднем», так как на дорогах образовывались горы снега и льда. Не пройти, не проехать. Люди давали и другие названия ноябрю, связанные с погодными явлениями. Если хотите знать, какой будет зима и весь следующий год, прислушайтесь к народной мудрости. Осень. Часть третья. Заключительная. И в воздухе предчувствие зимы. Самые лучшие дни никогда не остаются в прошлом. Они всегда впереди. Ноябрь. Земля словно корица, припорошенная сахарной пудрой. Хрупкие рулетики сусальных листьев. Заморозки и первый снег. Шарф и уже точно перчатки. Снова дружим с шапками. Воздух пахнет морозным яблоком. Нахохленные птицы на проводах и ветвях. Мысль о доме обнимает теперь особым уютом. Вспоминаются бабушкины пироги. Холод ощущается острее. Тепло и забота благодатнее, а ожидание светлее. На рынках прочно утвердились медовая хурма и кисло-приторный гранат. Хрупкость всего-всего и беззащитность. Хочется прибавлять уменьшительно-ласкательные окончания и шарфик, кроватка, чайничек, птички, снежок. Хочется беречь. Весь месяц вызревает чувство великого перехода из осени в зиму, таинственного и торжественного. Платком пуховым пелена небес упала в лапы сосен. «Я ухожу», — сказала осень. «Пора», — шепнула вслед зима. Берегите себя. До новых встреч. 30 ноября. В новогоднем календаре 30 ноября – день Григория Чудотворца, зимы указателя. В этот день в деревнях приходили к колодцам, прислушивались к воде. Если вода тиха, то и зима будет хорошая. А если шумная вода, то это означало морозы, буги и снежные метели. На Григория наблюдали за погодой. Если погода хорошая, то и зима будет теплая и мягкая. А если погода плоха, то это означало суровую зиму с метелями и снежными бугами. Я сегодня не скучаю, я конфет купила к чаю. Для себя и для друзей жду я вечером гостей. Чай заварен, ароматный, с бергамотом вкус приятный. Чашки, блюдечки, сервиз для моих друзей сюрприз. А конфеты в вазе счастье, ярких фантиков шуршащих, манят запахом своим, но я не притронусь к ним. Мне гостей дождаться надо, заходите, буду рада. Вот 30 ноября, днем в Литрогорске облачно, осадки в виде снега с дождем. Атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха -1, -0 градусов Цельсия. Ветер северный 3 метра в секунду. Воскресенье 1 декабря. Днем в Политрогорске пасмурно. Небольшой снег. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха -2, -0 градусов Цельсия. Ветер северно-западный 3 метра в секунду. Понедельник, 2 декабря, днем в Литрогорске пасмурно, без осадков, атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха -3, -5 градусов Цельсия. Ветер легкий северо-западный 3 метра в секунду.